Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Певец Сергей Лазарев рассказал о кризисе в творчестве, из-за которого он приостановил работу над новым альбомом и клипами. По словам артиста, сложности возникли после ухода с российского рынка крупных цифровых площадок. Вообще, пока я, и не только я, в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы, сказал Лазарев. Он посетовал на то, что закрылись многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу. Пока мы все пытаемся привыкнуть к данной реальности, так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов, добавил Лазарев. Вы смотрели канал Ананас Ленд. Пишите комментарии, нам важно и интересно ваше мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.